А, ну ладно, пойдет. Все, прожали. Ого, там вот. Чего? Чего? Чего, блин? Жуйтюк, с тобой Глюк, дружище, добро пожаловать в обзор подарков в скрэп-механике. Подписчики мне присылают подарки, я их смотрю и наслаждаюсь. Хорошо я устроился, да? Сижу, подарки рассматриваю. Ладно, ну по факту это не совсем обзор подарков, что-то вроде обзора построечек. Практическое применение подаркам я нахожу редко. Клауд и Сорс. Кстати, к сожалению, ни Клауда, ни Сорза нет. Слава тебе, Господи. Зато есть Глюк здесь. Вот я перед вами, да, это я. Я не самозванец, честно. Честно вам говорю. Вау. Вау. Так, это что-то... Ой, там ядерная бомба. Здесь он... Ну, нормально. Я не знаю, что это за эпилептические припадки, если честно. Вау. Вау. Слушай, какая штука прикольная. Это, короче, знаешь, что она делает? Она поднимается пошагово наверх. То есть за каждый тик... Вот смотри, видишь, там на спине даже высота указана. То есть я вот по единичке за каждое нажатие как бы увеличиваю высоту. Это немножечко неудобно, потому что по одной долго тикать. Так, это я уменьшаю. О, а это я увеличиваю по десяточке. Хорош! Хорош, слушай, это классная штука. Вау. Я в начале карты вот отсюда упал вниз. И, блин, я спокойно обратно вернулся. Ой, ой, что это, что это? Я понял, это он относительно земли делает. То есть я заехал на чуть-чуть повыше, и он такой, хоп, поднялся. Хоп, вниз ушел. Вау, 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 вау. Да как тебя это самое-то штормит-то, однако. А ну-ка давай соберись. Смотри, а если я вот так вот сейчас заеду на камни просто, вот он что сделает? Оп, оп, оп. Хорош. Блин, какая классная штука. Вот это максимум проходимости, я понимаю, а? Интересно, а касательно воды, она типа как вот она в воду прям уходит? Ну смотри, вот допустим, я погружусь немножко в воду, да, вот так вот. Я погрузился в воду. Ну да, то есть он относительно земли всегда делает. Блин, прикольная штука. Реально хороший подарок. Можно было даже практически использовать, но я... Типа, я, если честно, не знаю. У меня и так куча всяких построек. И сейчас уже не такая проблема перемещаться в пространстве, как раньше. Но это классная хрень. Прям браво. 10 из 10, я бы сказал, даже, наверное, вот. Так, хорошо. Это у нас Квантум. Подарок для Квантума. Это Глюк, а это кто? Это Человек-тыква? Дизофик. Прикольно. Так, ну допустим. Господи, это... Вымя. Это гребаное вымя. Автоматическое... Вымя. Так, ладно, давай вот за этим сначала посмотрим. Это хотя бы понятная штука. Это машина. Так, ну допустим, это просто грузовичок с неплохой подвесочкой, я так понимаю, да? Он должен быть достаточно проходимый. Но кроме этого я больше у него ничего интересного не вижу. Вот вообще. Подвеска. Ну подвеска, ну чуть-чуть более сложная, чем обычно, да. Давай заглянем в этот, в багажник. Что это? Что это, мать его, такое? Так, колеса колесами. Тут, наверное, что-то должно было как-то работать. Но это что-то кто-то забыл подключить. Потому что двигатели вот эти не подключены совершенно. Вот это вот тоже. И как это? Вот что оно там может делать? А, это просто поддержка. Ладно, я понял. Хорошо. А вот это вот что? Ну и что тут за хуйня? Я не знаю, это бред какой-то. Это какой-то бред. Я не понимаю, как это должно работать. Давай посмотрим высокотехнологичное вымя. Это хотя бы интригует.
Но оно как-то неровно лежит. Че оно неровно лежит? Все, я поднял его на ноги. Теперь я должен его как-то завести. Тут же нет управления, да? Нет, тут нет управления, тут есть только кнопка. Все. Самоходное вымя. Если вы о нем мечтали, вот оно. Убейте меня. Это слишком плохо. Или слишком упорно, я даже не знаю. Так, хорошо. Я отыщу. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, спокойно. Пиксель-артик. Это что, это динамит? Мой любимый. Так, а это, походу, у нас, ну, просто, наверное, опять очередная парящая штука. А это очередная скачущая штука. Так, как ее врубить? Как тебя врубить? Ох, нихрена себе сальтаки. Ладно. Ступай на свободу. С миром. Только уйди от меня, пожалуйста. Какая дичь. Так, ладно. Да вот это что вообще такое? Это двухместный супераппарат, да? Но он позволяет, по крайней мере, хоть как-то тут ездить. Так, здесь никакого управления нет. А внутри? А почему внутри пусто? Типа сиденье выместилось снаружи, а внутри пусто. А зачем? Короче, я не умею управлять этой странной штукой, но она реально странная. Ну, больше ничего интересного. А, подожди, вот тут еще что-то. Проход на крышу! Иха! Ну, конечно, да, естественно! Че за подстава? Я думал, там отстегнулась эта картина, она не отстегнулась. Хотя, в принципе, нахрена я отстегиваю, и так нормальная картина. Так, ну, еще следующий подарочек. О, сорс. Пиксельный сорс. Не думал, что его можно нарисовать в пикселях, но вот подписчики что только не делают. Ёпта. Ты чё? Да ты чё? Господи. Что, блин? Что? Это танк за мной гоняется? Да ладно. Ты посмотри, как... Боже мой. Да это же охрененно. Ага, вот его и слабое место, да? Ты не такой уж проходимый. Хотя ты однозначно, наверное, самый крутой дрон-танк, которых я такой пока что видел. Я первый раз в скрэп-механике просто вот прямо убегал. Охренеть. Ну вот именно в творческом режиме, ты посмотри. Боже мой. Он великолепен. Он просто великолепен. Ты посмотри, какой он проходимый. Автор, ты просто красавец, отвечаю. Еще такую просто... Такую взял, сделал интригу, не интригу, я не знаю, как это назвать. Сразу открываешь, он на тебя как выскакивает. Ты сразу вообще не ожидаешь ничего подобного, ты просто сваливаешь. Он, кстати, не разрушает блоки. Жалко на самом деле, что не разрушает. Ляха-муха, какой он классный. Ты... Как тебя вырубить, а, дружище? Ты слишком крут. Ты охрененно крут. Короче, самое интересное, у него очень интересный подвес вот этой его верхней головы. Я не знаю, как он сделан. Вроде тут даже не особо видно, пока он не вылез. Как только он вылазит, так, наверное, сейчас знаешь, что надо его отрубить. Не знаю, что-то я переключил, он должен отрубиться, в принципе. Тихо, у меня тот. Так, я его размотал немножечко. И мне просто интересно посмотреть на его... Смотри, он прям поворачивается. Вот прям поворачивается в моем направлении. Боже, какая потрясающая штука, я офигею. Он прям реально за мной гоняется, с офигенной подвеской. Он переезжает через любые преграды, у него офигенная подвеска, офигенная наводка. У него все охрененное. Серьезно, это самый лучший дрон-танк, который я пока видел. Потрясающе просто. И обычно делают типа высокотехнологичные, но у них какие-то проблемы проектирования возникают. Эта штука универсальная, серьезно. Вот настолько максимально универсальная, насколько я пока видел. Посмотри, вот, допустим, сложный рельеф, да? Вот он без проблем сейчас спустится. И смотри, он даже не дает себе перевернуться. Боже ж ты мой, ты серьезно. Да ты великолепен, дружище.
Ты просто прекрасен. Ну-ка давай. Офигеть! Он реально, он прижимается, понимаешь? Он прижимается обратно к земле, если он начинает переворачиваться. I will find you, and I will kill you. Не, блин, слушай, это 12 из 10, серьезно. Перевернулся все-таки, ну смотри, оп, обратно улез. Блин, у меня нет слов. У меня нет слов. И причем фишка в том, что он едет, как сказать, он едет... Не так, как вот я ракеты какие-то делал, да, или кубики, которые за тобой катаются, или там машинки. А, он прям перебирает колесами в направлении тебя. Вот ты поворачиваешься, он к тебе лицом поворачивается. Причем, если ты немножко отошел, он повернет только башню. Хотя хрен его знает, нет, может и весь переворачивать. Как это сделано, я даже не понимаю. Ну, он сейчас завернул себе там, это сломался, потому что я пушку отцепил. Блин, я офигею, слушай, ну просто автор, ну ты такой красавчик. Я вообще не знал, что такое можно сделать, а он сделал. Кто вот такой вот это был, а? Очуететь. Все моды указаны в воркшопе, не надо бочку гнать. все нормально, это великолепно. Ах, чувак, красавчик ты просто, красавчик. Очень странная дичь. Вот это вот. Написано «опасно для смеха». Если опасно для смеха, то значит смеху опасно. Значит, это очень серьезный подарок должен быть. Тут звездочки, галактики, убийство Земли молотком. А, типа вот стоишь и потом, короче, ну нужно нажать на эту дичь, я понял. Да, как-то так. Но эту штуку надо еще приварить. Если я не приварю ее, там начинается какая-то хрень. Она почему-то не реагирует. Может быть, слишком жесткая подвеска, не? А, ну ладно, пойдет. Все, прожали. Ого, там вот. Чего? Чего? Чего, блин? Что за армия летающих пенисов? Еще рванула. Еще одна такая же вылезла. Да ты что? Че это такое? Какого черта, что это? Ты с ума сошло? Ну хоть они не самодоводящие, уже хорошо. Две коробки с писюнами прислал. Спасибо, классно, здорово, мне понравилось. Да, давай еще. Так, ну и кажется, на сегодня это все, ребят. Все подарки, которые сейчас на момент записи есть, я пересмотрел. Если есть что-то еще, просто добавляй в свой подарок слово «глюк», и я его буду смотреть. Вот, только постарайся сделать хороший подарок, а не кое-как и кое-чем. Вот, чтобы было все замечательно, чтобы все работало, обязательно проверь и потом только делай. Потому что говноподарков куча. Если я в следующий раз увижу говноподарок, я так и скажу: это говноподарок. Если это будет твой, тебе будет обидно. А зачем тебе должно быть обидно? Не надо. Ты просто сделай хороший подарок. Вот и все. На этом все. Всем удачи, всем пока. Ты подписаться должен на глюка. Ты подпишись, если ты не злюка. Подпишись на меня. Лайк ты поставь этому видосу. Будешь ты круче любого утконоса. Бара-бара-бара-бара-бара-бам.